На старт приглашается Несина Ева на лошади по кличке Фаворитка. Жена красная. Велик такой. Может, мы постараем его сделать? Что? Не так все Приглашается Медяников Алексей на лошади по кличке Тристан. Несина Ева прошла дистанцию, не имея на маршруте штрафных очков, за 92,71 секунды. Нет. Это рожа. Всадник снят за два неповиновения лошади. No. На старт приглашается Епихина Алина на лошади по кличке Крохотный. Снимай, Настя. Не знаю, что. А мы здесь куда-то Нет, дед, девочка. Нет, у них все. Я вон у нее возьму седло, но здесь по-любому с ними, да, свои? Вы хотя бы почистили, так да, да, естественно. Они какая-то смешная с моими стриминами. Ну,
кто первый схватил? Она начала меня доставать сегодня. Потому что ты взяла неудобное, мне тяжело. Подумала только себе, мне как-то не нравится. Тут мир по голове наш. Типа что, я не могу не повозмущаться? Да. А ты чего врача возьмешь? Вот кто-то слишком много трендит. Ты? Ты. Может ты? Дай яблоко. Ну тринься же ты! Да. Я чищу дальше. Движение, движение. Давайте просто не чуть-чуть. Да, и мне тоже. Аня! Мы больше не делаем. Ты единственный. Я могу поверить, я могу. Я помню, как я первый раз из два ехала, я просто это нам и вспоминала, как первый раз. Я стояла. Направо! Двойная система возле забора. На старт приглашается Чернявская Алина на лошади по кличке Диор. Епихина Алина прошла дистанцию, имея на маршруте 8 штрафных очков за 128,15 секунды. О, Алина, я у нее сейчас все соберусь. На старт приглашается Серова Анастасия на лошади по кличке Эверест. Чернявская Алина прошла дистанцию, имея на маршруте 8 штрафных очков за 94,40 секунды.
я буду. Всадник снят за два неповиновения. No.